Доброе утро, дорогие друзья! Сегодня мы продолжаем с вами утреннее чтение Писания, и сейчас мы с вами прочитаем 111-й Псалом. «Блажен муж, боящийся Господа, и крепко любящий заповеди Его. Сильно будет на земле семя Его, род правых благословится. Обилие и богатство в доме Его, и правда Его пребывает вовек. Во тьме восходит свет правым, благ Он и милосерден, и праведен. Добрый человек милует и взаймы дает. Он даст твердость словам своим на суде. Он вовек не поколеблется. В вечной памяти будет праведник. Не убоится худой молвы. Сердце его твердо, уповая на Господа. Утверждено сердце его, он не убоится, когда посмотрит на врагов своих. Он расточил и раздал нищим. Правда его пребывает вовеки. Рог его вознесется во славе». Нечестивый увидит это и будет досадовать, заскрежещет зубами своими и истает. Желание нечестивых погибнет. Этот псалом показывает нам замечательную картину мужа, человека, который любит Бога, и как Господь проводит его в его жизненном пути. И ключом такой жизни является страх перед Богом и любовь к его заповедям. Хотел бы задать вопрос, как сегодня нам удается любить Божьи заповеди? Как нам удается бояться Бога сегодня? В чем это проявляется? В этом тексте мы видим, что если мы любим Божьи заповеди, то мы правильно относимся к своей семье, мы правильно используем свои ресурсы, которые подарил нам Господь, мы их жертвуем, охотно раздаем. Наша семья в достатке. Наша семья не страдает, она видит, насколько мы милосердны и праведны. Есть хорошая молва о нас среди других людей, и мы правильно реагируем в сложных обстоятельствах. Мы не боимся худой молвы, но наоборот, мы готовы идти и провозглашать правду и истину. И все это благодаря тому, что Божьи заповеди помогают нам. Они меняют наше сердце. Наш Бог, который настолько нас возлюбил, что готов был оставить нам свое слово, живое слово, которое меняет нас сегодня. И пусть наши размышления сегодня будут направлены о том, как мы сегодня исполняем Божьи заповеди, любим ли мы их и в чем проявляется наш страх перед Богом, потому что мы его любим или потому что мы желаем укрыться, спрятаться, потому что чего-то мы боимся. Пусть наши мысли будут сегодня о Божьем Слове. Благословения, дорогие!